странник. Лесными дорогами, луговыми тропинками. Наконец увидел место дивное. На берегу невеликой речки, возле селения Сыпаново. Здесь и решил остаться святой человек. Звали его Пахомий, а по месту, избранному для жизни, нарекли Нерехтским. Вскоре собрались вокруг Пахомия ученики. Построили скит, а затем заложили в Сыпанове храм в честь Святой Троицы. А еще сказано в старых книгах, что был преподобный Пахомий Нерехтский чудотворцем и великим тружеником. Год за годом носил он в скуфейке землю, отчего и вырос этот рукотворный холм. И сложилось поверье, кто трижды поднимется на его вершину и непременно босиком, тот поправит здоровье. Кто хочет верить легендам, пусть верит. Кто сомневается, проживет и так. Особенно такому, как Нерехта, без них не прожить. Чем меньше город, тем нужнее ему своя собственная история, свои легенды. Без них не преодолеть однообразие жизни. А еще для того же преодоления не обойтись без своего, пусть немудреного, искусства. Было время, ломились в Нерехте базары, шумели в Нерехте ярмарки. Не только по воскресным дням, и по будням тоже. Тогда несли отсюда не бидон молока и не одиноких козлят. Уходили из Нерехты обозы с товаром в города губернские, даже в столицу. Оттуда, из губернских центров, из знаменитых столиц, тоже тянулись сюда купцы. Было в Нерехте кому продать, у кого купить, с кем дело начать. Впервые летопись упоминает о Нерехте в 1214 году. А с 18 века становится город уездом. И дарует ему Екатерина II собственный герб, на котором ладья и две улитки, что означало «град сей на реке с песчаными плесами». Откуда пошло название, кто знает точно. То ли осталось от живших здесь в древности мирян, то ли возникло от слова «нерест», ибо шли сюда нерестицы из Волги осетры. Что касается самой речки, то она изначально звалась Солоницей, так как были здесь соляные колодцы. Давно вырублены прибрежные леса, вывелась дичь. Но одно неоспоримо. Именно в таких российских городах с особой привязанностью хранят старые песни, частушки, народные костюмы, традиционные музыкальные инструменты и то немногое, что сохранилось от городской старины.
храмы, жилые дома, торговые ряды. В Нерехте жил и работал архитектор-самоучка Стефан Воротило. Здания, построенные им, приписывались то Растрелли, то Охтомскому. Никак не могли поверить, что такое под силу провинциальному архитектору. А напрасно. Ведь именно в Нерехте построил воздушный шар, поднялся и полетел, и благополучно приземлился местный звонарь Крикутной, первым на Руси. Нерехта – это полпути от Ярославля до Костромы. Нерехта – это около десятка каменных храмов уже в начале 19 века. И в каждом из них прекрасная мозаика, настенная живопись, иконы, созданные мастерами Троицы Сергиевой Лавры, Батюшского монастыря. Эти художники были среди лучших в России. А память о них стало потихоньку угасать, ибо кому-то померещилось, словно в дурном сне, что можно прожить без этой красоты, затерянной в маленьком городке, на полпути от Ярославля к Костроме. Всего 10 лет назад пришли сюда реставраторы. Буквально из руин подняли городскую старину. И, что удивительно, нет в Нерехте споров между музеями и церковью. Договорились храмы использовать совместно. Наверное, потому договорились, что видят в них не только прошлое своего города. Истинная, бескорыстная увлеченность живет сегодня, пожалуй, не в столицах, а в малых, таких как Нерехта, городках. И рождаются здесь художества удивительные, ни на что не похожие. Впрочем, слушайте, доглядите.
Вот такой городок Нерехта. Обычный и на другие не похожий. Грустный и веселый. Рискните, приезжайте хоть на денек. Приедете, не пожалеете. Увидите, полюбите. Полюбите, поверите. Thank you.